Этот учебный год был для нашей школы не самым простым. Но несмотря на это, школа продолжает работать. Невзирая на сложности, наши творческие коллективы участвовали в конкурсах и занимали призовые места. Ансамбль скрипачей «До мажор» принимал участие в международном многожанровом конкурсе фестиваля детского и юношеского творчества «Энергия звезд», где получил дипломы лауреата первой и второй степени. В пятом международном конкурсе фестиваля детского, юношеского и взрослого творчества «Ярче солнце таланты блистают», где был награжден дипломом лауреатов первой и второй степени. В пятом международном конкурсе музыкального творчества «Открытые страницы», проходившем в Нижнем Новгороде, где стал лауреатом второй степени. Во Всероссийской олимпиаде искусств по Приволжскому федеральному округу, проводимом творческим объединением «Триумф», награжден дипломом лауреата первой степени. Не слышал аплодисментов? И юношеского взрослого творчества «Династия звезд» в международном конкурсе «Стать звездой» был награжден дипломом лауреата второй степени. В международном дистанционном конкурсе, проходившем в болгарском городе Варна, где было подано 750 коллективов со всего мира, получил диплом лауреата первой степени. Почти до мажор стал лауреатом международного многожанрового фестиваля конкурса «Турнир талантов». Браво! Также порадовал своими достижениями хореографический коллектив «Танцкласс». Он принимал участие во втором онлайн-конкурсе фестиваля танцевального искусства «Танцевальный калейдоскоп» и получил диплом лауреата второй и третьей степени. Многожанровый конкурс хореографического мастерства имени Виктора Ренева. Также дипломы лауреата первой, второй и третьей степени. Всероссийский конкурс фестиваля творческих групп. Дипломы лауреата первой, второй и третьей степени. Учащиеся художественного отделения принимали участие в районном конкурсе детских рисунков «Космическое путешествие». И сейчас настал торжественный момент для вручения дипломов. Дипломанта первой степени в номинации «Странный вокал» награждается Федоров.
сводный состав ансамбля скрипачей «До мажор». Диплом лауреата второй степени в номинации «Инструментальное творчество» получила Бир Виктория. Закончили год на отлично.
Грамотой награждается за отличную учебу учащиеся музыкального отделения детской школы искусств поселка Первомайский по классу эстрадного вокала Летуновская Анастасия. Милана.
подошла к концу. Мы выражаем огромную благодарность всем участникам, преподавателям и, конечно же, родителям.